spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлен аксессуар, который с недавних пор имеется у большинства рыболовов. Это Lip Grip, в данном случае от компании с созвучным названием Zip Grip. Такой девайс поможет взять рыбу без помощи посадчика и в то же время не испачкав руки. Далее можно оцепить приманку, сфотографировать трофей и отпустить обратно в воду. Давайте поближе рассмотрим этот полезный инструмент. Lip Grip, или по-другому челюстной захват, имеет длину 25 см, а его вес составляет 120 граммов. Так как использование такого инструмента подразумевает постоянный контакт с водой, то в качестве основного материала применяется ABS пластик. Это не только снижает вес конструкции и оберегает от коррозии, но и дает положительную плавучесть. Так что если вдруг ваш Zip Grip случайно окажется в воде, то он не пойдет моментально ко дну, как это делают металлические лип-грипы. Пластиковый инструмент останется плавать на поверхности, что дает шанс его подобрать. Также отметим, что для большей заметности девайс окрашен в ярко-красный цвет. Теперь его легко будет найти даже среди травы. С целью обеспечить уверенный хват, на верхней плоскости имеется поперечное рифление. На подвижной ручке мы видим удобные выемки под пальцы. В торцевой части находится сквозное отверстие, в котором закреплен эластичный страховочный шнурок с пластиковым шариком на конце. Такая страховка надевается на запястье и поможет избежать случайного выскальзывания инструмента. А теперь рассмотрим принцип действия. Для приведения захвата в рабочее состояние необходимо развести ручки. Механизм достаточно упругий, но для его разжатия не требуется много сил. При этом расходятся губки, которыми рыба подхватывается за нижнюю челюсть и крепко удерживается под своим весом. Все манипуляции удобно производить одной рукой, в то время как второй вытаскиваем приманку или фотографируем. Подводя итог, можно сказать, что используя челюстной захват, вы не только меньше травмируете пойманную рыбу, но и оберегаете себя от случайного ранения крючками или острыми зубами трофея. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.